При первом взгляде сложно поверить, что эта хрупкая женщина работает следователем. Ирине Корнеевой 26 лет, она старший лейтенант юстиции. За свою карьеру направила в суд дела об убийствах, насилии, врезках в нефтепроводы. Всего не перечислить, а карьера началась просто с практики на юрфаке. На третьем курсе попала на практику в следственный комитет. И меня это настолько заинтересовало, что я осталась общественным помощником. 2 года я эту деятельность осуществляла, а впоследствии, как выходит, зарекомендовала себя с положительной стороны, и меня взяли на работу уже в качестве следователя. Сейчас Ирина вспоминает, что первое дело сложным не было. Молодым следователям таки не поручают. Мужчина напился, оскорбил сотрудников скорой и напал на полицейских. А на свое первое убийство Ирина приехала только спустя полгода. И везде помогали наставники. И у меня был замечательный наставник, который действительно поистине мной занимался, объяснял все тонкости, не считал с личным временем объяснить мне то, и даже там бывало, мы 10 раз переписывали какой-то документ. Потому что здесь очень сложно на первых порах, это просто завалить работой можно, и человек так может не выдержать, тут все тоже непросто. И здесь важно молодому следователю помочь, объяснить и не бросить его. Среди общего числа дел, которые Ирина Корнеева расследовала, в ее памяти отложилось несколько. Например, убийство в селе Льгово в октябре 2020-го. Мужчина месяц как вышел из тюрьмы и пошел пить к знакомому. Слово за слово дошло до драки. Мужчина сломался бутыльнику ребра. Отсюда повреждение легких и смерть. В убийстве мужчина не признался до сих пор. Было проведено много следственных действий. Там буквально весь дом я допросила. У нас было одно лицо, соответственно, его друг, который указывал на него. Даже несмотря на то, что я провела между ними очную ставку, обвиняемый все равно не признался. Хотя вот так, если чисто психологически смотреть было на него в тот момент, когда его друг его изобличал, там вот по глазам было видно, что вот что-то вот так не то, что он чувствует. Просто такой сам по себе оказался человек. В межрайонном следственном отделе Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области Ирина Корнеева работает 3 года. Александр Логинов, ее начальник, гордится успехами своей подчиненной. В ней имеется большой очень такой стержень следователя. Она может вовремя сориентироваться по любому уголовному делу, обладает широким спектром теории, практики. Это все в совокупности помогает ей трудиться на благо нашего государства так, что у руководителя следственного отдела фактически в большинстве случаев за нее всегда гордость. Ирина Корнеева не единственная девушка в межрайонном следственном отделе. Вообще женский коллектив тут преобладает, их 80%. И каждый следователь индивидуален, но у всех есть отличительная черта – твердый и упорный характер. И, наверное, поэтому отдел уже 2 года занимает лидирующие позиции по раскрываемости в регионе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».